Никакая адаптация, оцепенение и тем более бездействие не помогут тебе выжить, если катастрофа придет в твой дом. Природные катаклизмы стремительно нарастают. Уже через 5-7 лет жизнь на планете станет невыносимой. Мы, люди, и в отличие от животных, способны руководствоваться не только инстинктами. Мы способны найти реальные способы решения данной проблемы, чтобы сохранить жизнь каждого человека на планете, а не попасть под естественный отбор стихиями природы. Мы можем спасти себя, свою семью и своих близких. Пришло время взять ответственность за свою жизнь в свои руки. Не пропусти онлайн-форум «Глобальный кризис. Ответственность».